В первом матче Кубка Салея бобруйская дружина проиграла хоккейному клубу «Локомотив». После неудачного старта наши хоккеисты обязаны были реабилитироваться. Тем более, что играли дома. На льду бобручане смотрелись куда лучше, чем двумя днями ранее в Орше. Дубль в актив записал Роман Шувалов. Хорошо проявило себя звено Лукомского, в котором каждый из нападающих отметился набранными очками. Но порой в матче эмоции били через край. В первом домашнем матче сезона бобруйская команда местами доминировала, не слишком много позволяла сопернику, реализовала свои моменты. И не дав авиатору взлететь, к финишу заслуженно пришла с уверенной победой в кармане. 4-1. Хорошо, что преодолели эту, как бы вот, невезение, когда там шайба не идет или еще что-то. Но сегодня была работа плюс какое-то удовлетворение. Поэтому молодцы, что доработали до победы. В следующем туре хоккейный клуб «Бобруйск» отправится в столицу на игру с молодежной сборной Беларуси. Встреча начнется в 19:00. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, «Бобруйск 360».